Невероятно. Здесь столько света и воздуха. А что ты ожидала? Гробы, темницы и рвы? Нет, не рвы. Не рвы. Только здесь мы можем не прятаться. Но я же просил их. Потом вылейте на сковороду немного оливкового масла. Жарить нужно именно на оливковом масле и на слабом огне. Я мелко режу грудинку и бросаю кусочки в шипящее масло. Она хоть итальянка? Вот. Ее зовут так, Белла. Да, она оценит нашу стряпню. Фу, вы почуяли? Человеком тянет. Белла, мы готовим итальянский обед. Белла, это Эсми, мать моих стремлений и целей. Бонжорно. Молто бене. У нас есть повод обновить кухню, да? Ты ведь голодна? Да, разумеется. Она поела. Прекрасно. Да, я просто знаю, что вы никогда не едите. Конечно, очень предусмотрительно. Не слушай, Розали, как и я. Да, сделаем вид, что для нас опасности ничто не представляет. Я никому и никогда не скажу. Она это знает. Да, но проблема в том, что вы у всех на виду и... Эммет. Нет, пусть узнает. Вся семья пострадает, если это кончится плохо. Плохо это... Если меня съедят? Привет, Белла. Я Элис. Элис. Привет. О, ты вкусно пахнешь. Элис, что ты? Брось, мы с Беллой подружимся. Извини, Джаспер недавно стал вегетарианцем, и ему пока трудно. Очень приятно. Но учти, Джаспер, не обижай ее. Ладно, я, пожалуй, покажу тебе дом. Ага. Мы еще увидимся. Да. Умница, старайся. Все хорошо. Прибери. Живо. Тебе было так же странно, как и мне? Не знаю. Шапочки выпускника? Да, это даже смешно. Вечная школа. Скорее уж печально. Те же уроки снова и снова. Да, но чем ты моложе, тем дольше живешь на новом месте. Идем. Моя комната. А кровать? Нет, я не сплю. Совсем? Никогда. Ясно.